Всем ясно, как оно будет реализовано в Республике Беларусь, но мы видим, что в соседней Прибалтике тоже работают, не только в каких-то далеких странах, но это используется. Блокчейн-проект, да, финансирован, два блокчейн-экспериментальных проекта, если сработает, то сработает. На самом деле технология, которая может применена в реестре банковских гарантий, в реестре сделок с ценными бумагами, она может быть действительно, ну, выдвинуть в Беларусь и по крайней мере, как маркетинговый ход, будет достаточно заметно выделить нас по сравнению с другими странами, которые еще пока не решились на активное применение блокчейна. Ну и электронная подпись для физических лиц к 2020 году. Наша программа социально-экономического развития до 2020 года, она как раз таки обозначила, что у нас должна появиться такая электронная подпись, что упростит работу многих административных процедур для граждан, в том числе возможность расчетов, идентификации. Но мы видим, что уже электронная подпись — это не топ, это не самая передовая технология, которая существует. Я сам видел в Литве, как они с помощью телефона, с помощью своего изображения, да, производят идентификацию и оплату. У них есть такие приложения. Это намного удобнее, да, то есть, чем во многих ситуациях, может быть. Поэтому мы видим, что у нас есть что сравнить, есть чему поучиться друг у друга, и есть возможности для совместной работы, в том числе и в рамках финтех-технологий. Спасибо. Если у вас будут вопросы, давайте мы перенесем, может быть, туда, чтобы не задерживать наш перерыв. Ну, у нас еще есть возможность для одного вопроса, если кто-то желает, может. Ну, раз... Такой вопрос. Вы говорили про перспективы развития финтека, и одной из перспектив была развитие инвестиций, да, то есть как вариант вложения, замена финансовых аналитиков. Но дело в том, что, ну, как будет создаваться доверие вот к этим, на основе чего вообще будет проводиться анализ там доступных проектов инвестиционных, да, и как будет формироваться доверие к ним, потому что, как бы, ну, понятное дело, что когда ты доверяешь финансовому аналитику, ты доверяешь специалисту, а здесь, как бы, ну, я не вижу базы, да, которая будет вот генерировать решение, куда мне вложить деньги. То есть, в первую очередь, инвестора будет интересовать то, гарантирует ли эта система обратную отдачу от, ну, как бы денежных средств вложенных. Yeah, basically the question was about the trust, how to trust those technology systems, right? Basically, the companies that will be owned by well-known financial advisors will be successful out. Because in the end of the day, the person that has the knowledge in the investment sector, he is doing the algorithm that is going to be used by the technology to invest. So basically, you as a consumer, as an investor, you come to the platform, you select, as I said, the asset classes where you want to invest, and the guy who's standing there using, like creating the technology, he creates it in the way that it learns from the things you want to invest to, right? So basically, he will do all the stuff, and you will not invest money from the platform which is owned by a student, right? You will look who is the owner, who is the financial advisor. If you want a recommendation, of course, you can type a question and you get the question, right? But still, it's cheaper than run a huge investment company. This is why they are going to cut the management fee to 0.2 or 0.5% compared to 2, 3 or 4% what the standard companies take. Если вы обратите внимание на международные биржи, фондовые биржи, которые работают, помните старые, ну, относительно старые фильмы, где там сидит много-много человек, которые отвечают на телефоны, покупают, продают, да, это очень большая спешка. Сейчас количество таких людей, оно сокращается заметно, потому что
появляются технологии, которые проводят анализ, который делали те люди намного быстрее, и они используют. В том числе. Да, и поэтому это становится там перспективно. Основной вопрос, как гарантировать безопасность, что там не будет какого-нибудь фрода, что не появится какой-то специально умышленный перевод денег. И вот в этом как раз-таки сейчас развитие All those companies still they have the license, which is very expensive, and the regulator is supervising them, but the operational cost is very small. Я, наверное, немножко прокомментирую, наверное, поправлю. Дело в том, что аналитики, они не отмирают, и финансовая торговля продолжается. Только она торгуется роботами, господа. То есть, да. Самый большой фонд на сегодняшний день на Уолл-стрит это Магеллан, значит, в котором только квантовая торговля. То есть, значит, они сидят на artificial intellect и нейронных сетях уже очень давно, 10 лет. То есть там люди изначально пришли из IBM, у которых значит, background structural human behavior and linguistics. Они тренируют нейронные сети распознавать движение рынка, основываясь на принятии решений определенными как бы, людьми. То есть это human behavior. То есть и здесь мы, когда разговариваем про торговлю, и это то, что аналитики перестанут существовать как класс, они не перестанут, просто они автоматизируются до такой степени, что люди, которые были аналитиками, станут писать программы аналитические для квантовой торговли. Yeah, and that fund is using the index rate, investment index rate. So basically it invests like the index is increasing of certain companies, the technology is invested according to that. Волатильность. Друзья, кто-нибудь еще? Ну тогда большое спасибо нашим спикерам, было очень интересно.